Накрыть стол к Пасхе и при этом сэкономить жителям и гостям столицы Мордовии поможет традиционная продовольственная ярмарка. Она состоится в Саранске в субботу. В широком ассортименте будет представлена продукция местных производителей. Мясная, молочная продукция, хлеб, кондитерские, макаронные изделия и многое другое. Ярмарка у нас предпасхальная, поэтому цены на яйцо снижены по сравнению с предыдущей ярмаркой и составляют 40 рублей за десяток. На прошлой ярмарке, которая состоялась перед Новым годом, десяток куриных яиц первой категории можно было купить за 45 рублей. Рекомендуемые цены на мясо остались на прежнем уровне. Говядина в субботу будет по 210 рублей за килограмм, свинина по 170. Самым доступным все так же остается мясо птицы. Его производителям рекомендовали продавать по 100 рублей за килограмм. Дороже курятины, но дешевле свинины будет прудовая рыба. Цену карпа установили в пределах 150 рублей за килограмм. Стабильной остается цена на продукцию предприятий, перерабатывающих молоко. Как и зимой, килограмм сыра и килограмм масла будут стоить одинаково 330 рублей. Килограмм муки высшего сорта обойдется жителям и гостям Саранска в 18 рублей, сахар в два раза дороже – по 36 рублей за килограмм. Традиционно для весеннего сезона несколько прибавили в цене овощи. Цена картошки, капусты и свеклы будет на уровне 15 рублей за килограмм. Остальные составляющие так называемого борщевого набора несколько дороже. Морковь по 17, лук по 20. Расположение ярмарочных площадок не изменилось. Традиционно ярмарка будет организована в 4 районах города. В центре, на Химаше, на юго-западе и на северо-западе. Для удобства покупателей и в целях оказания помощи по доставке покупок до дома с 8 утра на каждой ярмарочной площадке будут дежурить волонтеры. Все по-прежнему и с транспортным обеспечением. От каждой ярмарочной площадки по прилегающему району будет курсировать бесплатный микроавтобус. Павел Степаненко, Павел Толобаев. Наши новости.